Много известных фамилий связано с богатой историей Ленинского района. И именно людям, живущим здесь, район обязан своим становлением, своими достижениями прошлого, настоящего и будущего. Лучших представителей образования, медицины, культуры и других отраслей чествовали в канун празднования 85-го юбилея муниципалитета. Торжественное собрание в канун праздника 85-летия Ленинского района проходило в кинотеатре «Искра». Гостями и участниками мероприятия стали представители учреждений и предприятий муниципалитета. Праздничная встреча была открыта фильмом телеканала «Видное ТВ», осветившим славные страницы биографии района. История Ленинского района, она очень примечательна, очень интересна, она очень славна на имена, которые здесь, тех людей, которые принесли славу Ленинского района. И поэтому, конечно, больше всего мы гордимся теми людьми, которые живут в Ленинском районе, теми добрыми, лучезарными людьми, теми заслугами в трудовой деятельности, которую они осуществляют на территории района. В этот день награды получили более полусотни человек, которые своим трудом внесли весомый вклад в процветание и развитие района и Московской области, которая в этом году также отмечает свое 85-летие. В числе лауреатов премии Ленинского района 2014 года Лариса Гейлис. Она 38 лет возглавляет созданный ею театральный коллектив. За эти годы было поставлено более 50 спектаклей и новогодних представлений. В этом году коллектив «Твит» получил звание «Народный». Буду радовать дальше людей наших. Вот 18 октября мы будем показывать премьеру «Палата бизнес-класса». Пожалуйста, всех приглашаю. Знаки главы, почетные грамоты и памятные подарки вручили лучшим представителям самых разных профессий, работающим в муниципалитете. Судьбы многих из них так тесно переплетены с историей Ленинского района, что даже предложи им повернуть время вспять и поменять что-нибудь, наверняка откажется, как Татьяна Сергушина. Никогда не поменяю свой Ленинский район ни на какой уголок света. Вот. Для меня он дорог, здесь мои родные, здесь мои близкие, здесь мои друзья. То есть вот все, что меня здесь окружает, я очень рада, что наш Ленинский район разрастается, в частности, город Видное. Наш уголок Подмосковья и дальше будет развиваться, прежде всего, благодаря труду людей, живущих здесь. Не зря же Ленинский район называют кузницей кадров. Я уверен, что впереди Ленинский район, несмотря на то, что в 2012 году часть территории отошла к Москве, ждет хорошее перспективное развитие. Я уверен, что у нас все получится. На те намеченные планы, которые перед нами ставят и губернатор, и правительство Московской области, мы обязательно исполним. И это все-таки благодаря тем замечательным людям, которые живут на нашей видноской земле. Подарком участникам торжественного собрания стал небольшой концерт, состоявшийся по окончании официальной части и давший старт праздничным гуляниям выходного дня. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».